A few moments later. Это видео я специально записываю для одного видеоканала Traveling Family. Привет, в Травмроид. Конечно же, у меня есть кофемолка электрическая, но эту мне подарили на день рождения. Она очень классная, хоть и ручная, у нее 11 степеней перемолки кофе, от нежного до грубого помола. Ну а сейчас будем заваривать. Вот что у нас получается. Вот такой вот помол. Пересыпаем в кофеволочку, вернее в кофеварочку. Закрываем. И ставим на плиту. Вот это у нас вот такой вот кофе с вот такой вот пробкой, чтобы аромат не выветривался. Подходит как для такой вот кофеварки, так и для автомата, который делает и кофе, и капучино, и все что угодно. Сейчас мы этим кофе наполним нашу сокровищницу. Аромат обалденный. У меня как-то было видео о пользе кофе и о вреде чрезмерного кофепития, скажем так. Может быть, я сниму еще раз видео о кофе, о его пользе. Ну а сейчас будем пить настоящий, натуральный кофе. Во, слышите? Посмотрите. Вау! Шипит, шипит. Сколько? Отлично. Ну, сейчас. Готово. В общем, всем классного настроения, всем офигительного дня. И приятного кофе. Всем пока.